Трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5000 россиян. Регистры доноров костного мозга организованы в десятках стран. Но найти совместного донора для больного проще среди людей сходного с ним этнического происхождения. Именно поэтому большинство стран стараются создать национальные регистры. Так, в 2017 году Казанский университет и благотворительная организация «Русфонд» создали свой национальный регистр. Для того, чтобы стать донором костного мозга, необходимо сдать кровь или анализ буккального эпителия. Куда обратиться, чтобы сдать анализ, расскажем в нашем сюжете. Наряду с Казанским университетом, руководством медицинских центров здоровья семьи было принято решение присоединиться к акции «Спаси жизнь, стань донором костного мозга», где каждый желающий может пополнить национальный регистр путем анализа буккального эпителия щеки. В наших сети клиник проводятся анализы для того, чтобы найти неродственного донора. Да? Анализ проводится достаточно легко. Берется мазочек соскоб с эпителия, с буккального эпителия щеки. Затем этот анализ уже передается в клинику Казанского федерального университета, где в лаборатории полностью проводит там генотипирование, фенотипирование и выявляет, является ли этот донор, да, по каким-то параметрам генетически совместимым с пациентом. Первыми, кто откликнулся на акцию, стали студенты Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. В первую очередь мы сами учимся на врачей и понимаем, что это важно и полезно для других. Что бояться этого не нужно. Наш такой маленький шаг может стать большим шансом для кого-то, и нужно им воспользоваться. Это необходимо сделать каждому, чтобы была возможность у ребенка, так как шанс совпадения очень маленький, и чем больше у людей, тем больше возможностей для детей. Стать донором костного мозга совсем не сложно, но есть некоторые противопоказания. Если вам от 18 до 45 лет, у вас нет серьезных заболеваний и ваш вес больше 50 килограмм, шанс встретить своего генетического близнеца 1 на 10 тысяч. Поэтому очень важно, чтобы доноров в регистре было как можно больше. По адресам, которые вы видите на экране, можно прийти и сдать анализ буккального эпителия с хэштегом «Хочу в регистр». Всю информацию можете узнать по телефону 204-2700. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.